Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас очередное включение, поскольку у нас есть некоторые новости о Huawei. И сегодняшняя новость коснется Harmony OS 2.0 в очередной раз. И новость звучит следующим образом. Вслед за Meizu еще один производитель смартфонов переходит на Harmony OS. То есть я что-то пропустил. Оказывается, что Meizu тоже перешла на Harmony OS. Но есть одно но. Она перешла на Harmony OS не на смартфонах. На смартфонах она остается на андроидах. Она перешла, собственно, на эту операционную систему на своих умных устройствах для умного дома и также на свои фирменные смарт-часы от Meizu. Ранее Huawei заявляла, что ее, собственно, разработка Harmony OS открыта для сторонних разработчиков. Недавно стало известно, что на нее переходит еще один производитель смартфонов. Кто же это? И этим брендом стал Coolpad. Да, это малоизвестная китайская компания, производитель бюджетных китайских смартфонов. Пока точно не ясно, на каких устройствах будет использоваться Harmony OS у Coolpad, но будем надеяться, что на смартфонах. Поскольку ранее уже две компании, производители смартфонов, заявили, что переходят на Harmony OS, но при этом они будут использовать Harmony OS не на своих смартфонах, а на сторонних девайсах. Ранее фирмы были такие, как Midea и Meizu. Первая использует Harmony OS в холодильниках и прочей бытовой технике, такие как умные пылесосы и тому подобное. А вторая, собственно, использует в устройствах для умного дома и для смарт-часов, как я уже ранее это говорил. Да, вот, собственно, такая вот новость у нас сегодня. Пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Ну а с тобой был дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.